Треть ДТП в Саратове произошли с участием пешеходов. За два месяца текущего года в областном центре зарегистрированы 176 дорожно-транспортных происшествий. Из них 23 по вине пешеходов. Сотрудники ГИБДД напоминают, что переходить проезжую часть нужно только по пешеходному переходу и по разрешенному сигналу светофора. Внимательными нужно быть и автомобилистам, особенно в дни весенних каникул, которые начнутся уже в понедельник. С целью профилактики и снижения уровня детского травматизма в городе с 23 марта по 4 апреля будет проходить профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы».